Всем привет, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня мы снова готовим у меня на кухне. Мне попало вот такое вот рагу экстра с уловом мясника. Дело чести написано. Вот здесь у меня 500 грамм. Долго думала, что приготовить. Решила потушить картошку. Будем мы тушить ее в мультиварке. Сейчас я подготовлю все ингредиенты. Подготовила все ингредиенты. Ну, собственно, само рагу. Начистила картошку, порезала кругляшками. Одна крупная луковица измельченная. Морковь измельченная у нас. Сливочное масло. Растительное масло. Зеленый лучок, это для украшения. Вот такие вот специи. Здесь у меня чеснок сушеный и специальная специя для тушения картошки. Ну и, конечно, соль и перец по вкусу будем добавлять. Приступаем к приготовлению. Я взяла кусочек сливочного масла, примерно 50-100 грамм. Вот, растопила его в мультиварке. И сейчас я буду обжаривать лук с морковью до полуготовности. Ну, примерно минут 10, наверное, я думаю, под закрытой крышкой. Функцию я поставила жарко. Спустя 10 минут я добавляю свиное рагу. Я его помыла, обрезала кусочки. Вот. Тушим еще примерно 20 минут. Все вместе. Десять минут потушилась свинина. Я добавляю немного растительного масла. Черный молотый перец. Слегка подсолю. Немного молотого чесночка. И немного моей приправы. Все это перемешиваю и тушу еще 10 минут. Спустя 20 минут мы потушили вместе свинину, морковь и лук. Теперь мы добавляем сюда картошку. Добавляем сюда опять же все специи, которые мы добавляли в начале. Чеснок обязательно. Специи для мяса, для картошки. И еще немного черного перца. Ну и, конечно, немного соли. Так как картошку нам тоже нужно подсолить. Добавили. И заливаем все это водичкой. Заливаем, чтобы покрывало картошку. Залили. Аккуратненько все перемешали. И я ставлю внимание на функцию выпечка. На функцию выпечка на час. Ну вот, ребят, спустя час времени тушеная картошка наша готова. Мультиварка пропиликала. Сейчас будем пробовать картошечку. Получилось с бульончиком. Жиденькая. Очень выглядит аппетитно, вкусно. Сейчас будем обедать.
Так, посыпаем зеленым лучком. Все готово. Я вам всем желаю приятного аппетита. Пробуйте готовить, как я. Готовьте со мной. Готовьте лучше меня. Приятного аппетита и до скорых встреч!